Всем привет! Выбрались мы наконец в аквапарк. В аквапарк. Выбрались мы наконец в аквапарк. Давай я. Всем привет! Выбрались мы наконец-то в аквапарк. Аквапарк называется Waterbomb Bali. Самый большой аквапарк на Бали. Пойдем посмотрим, как он. Окей, thank you. Билетики мы купили онлайн. Быстренько в кассе поменяли их, соответственно, вот на такой браслет. На браслет мы также положили деньги, чтобы везде расплачиваться. Все, быстренько, да, буквально минуту проскочили, билеты получили. Билеты мы покупали онлайн, онлайн билеты дешевле, обратите внимание. Ну, может быть, сейчас акция, может быть, это постоянно так, не знаю. Но мы купили билеты дешевле, чем они здесь в кассе. И мне кажется, это удобнее даже. Логично. Логично. Здесь можно арендовать шкафчик для хранения вещей. Маленький вот такой стоит 35 тысяч, большой 45. Давайте на всех возьмем один сумку. Да, мы один возьмем, мы туда сложим. 45 давай. Да, у нас потому что рюкзак, он не влезет никуда. Есть один интересный нюансик, получается. Полотенце стоит 20, да, ящичек стоит 45, но и за полотенце, и за ящичек еще берется депозит. В общей сложности мы заплатили 157 тысяч. Вот, как-то так. Даша, понятно, да, как руки держать? Да. Да. Страшно? Я все равно хочу, я же на американских боках катались. Дальше обнаружили вот такой вот пункт первой помощи. Очень на самом деле нужная и полезная вещь. Последний раз в аквапарке мы были во Вьетнаме, в Винпёрле. Да. Сходили мы вот в такой вот пункт первой помощи. Что характерно, народу там было до черта. Все были с ссадинами, царапинами, сбитыми коленками. А здесь вот на самом деле нет никого. Это показатель, наверное. Нет, здесь какой-то девушка сотрудник. Сотрудник какой-то. В телефоне. Она спит, да. Потому вот. Что никто не приходит. Тут 13 тысяч у нас на балансе. Ну, тут что, депозит 92 нам вернуть, когда мы будем доходить. Получается, когда ходишь по аквапарку, тебе периодически могут подойти фотографы и дать такой браслет. Лучше его взять. Потому что потом на выходе можно подойти вот так вот к компьютеру, читать код и посмотреть все свои фотки за день. Если что-то понравится, распечатать, взять в электронном виде, я так понимаю, и так далее. Поделюсь немножко впечатлениями, пока воспоминания еще свежи. Мы тут заехали на пляж Кута, любуемся закатом. Резюмирую. Мне аквапарк очень понравился. Я очень даже не люблю такие развлечения. На самом деле, парки развлечений, аквапарки, там вот эти все карусели и тому подобное, дребедень. Но тут я, честно говоря, втянулся. А если на первом аттракционе у меня еще были мысли, зачем мы это сделали, зачем я вообще туда полез, то потом с каждым разом мне нравилось все больше и больше. И, честно говоря, не ожидал я от себя такой реакции. А в целом, аквапарк
небольшой. Я замерил специально с одного конца в другой, порядка 4 минут пешком, на самом деле, и все. Но горок много, и вполне там можно провести весь день. Аквапарк впечатление производит недавно обновленное, так как открылся он довольно давно, еще, по-моему, в 2003 году. Судя по всему, недавно был ремонт, новая плитка, новая краска, все блестит, идеальная чистота. Супер, мне очень понравилось. Ну, в общем, в целом, хочется уже повторить, да, только вышли, а хочется съездить еще раз, поэтому аквапарку, наверное, 5 из 5 можно поставить смело. Есть какие-то вопросы еще останутся, пишите в комментариях. Спасибо за компанию, надеюсь, было весело. Всем пока!